До завершения программы «Мой подъезд» осталось 2,5 месяца. На каком этапе находятся работы в данный момент, расскажет Дина Архипова. В рамках программы «Мой подъезд» в этом году было запланировано отремонтировать 355 подъездов. На сегодня исполнено уже порядка 65% от плана. Около 12 еще находятся в работе, а оставшаяся часть на завершающем этапе. Глава городского округа Евгений Смышляев и представители администрации города, управляющих компаний, жители контролируют ход выполнения работ. На минувшей неделе комиссия побывала в 2 домах. Осмотрели дом номер 18 на улице Крупской. В данный момент там произведена замена окон. На первом этаже уложено на напольная плитка. Полным ходом идут малярные работы. В настоящее время стены окрашены первым слоем. На этой неделе будет произведена замена почтовых ящиков, элементов освещения и электропроводка. Судя по тому, что материалы поступают на объект вовремя и в достаточном количестве, простоев не будет, а подъезды в этом доме отремонтируют в течение недели. Был проведен также осмотр 4 подъезда многоквартирного дома номер 1 по улице Маяковского. Здесь уже окрашены стены, лестницы и перила. Уложена плитка, появились новые почтовые ящики. Старые стеклопакеты заменены на пластиковые. Обновлено освещение и электрощитки. Отремонтированы лестницы у входа в подъезд. Руководители управляющих компаний справились с основной задачей и ремонтом инженерных сетей. После ремонта каждый отреставрированный подъезд должен соответствовать нормам, установленным в этом году. Напомним, что в числе обязательных элементов ремонта подъездов – малярные работы, ремонт входных групп, замена почтовых ящиков, ремонт инженерных сетей и установка пластиковых окон. В доме осталось произвести небольшую уборку. Она будет завершена до 19 октября. Мы обошли 2 компании. Это «Пик Комфорт». Были на доме Крупская 18, посмотрели, как идет ход работ. Были на доме компании МП «Жилкомсервис», которая также участвует в этой программе. Посмотрели, как заканчивается ремонт подъездов и входных групп. Хочется отметить, что есть надежда на то, что все-таки мы в этом году закончим эту работу и исполним ее на 100%. В ходе проверки подъездов глава города пообщался с жителями домов, выслушал их мнение о выполненном ремонте. Напомним, что только после сдачи подъезда жильцам управляющая компания получает средства за выполненные работы. Жители высказали некоторые замечания, а представители управляющих компаний заверили, что все недочеты будут устранены в ближайшее время. На улице Маяковского за домом номер 1 жители попросили решить вопрос с аварийными деревьями, а также устранить протечки в подъезде. Рейды по контролю качества ремонтных работ будут продолжаться до окончания этого года. Дина Архипова, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, Денис Рокин, Лариса Панина, телекомпания «Лобня».